Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy Xcover 6 Pro. И сейчас мы разберемся, какие крутые, или же не особо крутые, но в любом случае секретные коды есть на данном телефоне. Что ж, для начала мы переходим в приложение «Телефон». Выбираем клавиатуру, если мы где-то на какой-то другой раскладке. И вводим для начала самый такой популярный, или не сильно, но код. Звездочка решетка, 06 решетка. Эта опция поможет нам проверить наши номера IMEI и серийный номер этого телефона. Потом звездочка решетка, 0 решетка переведут нас в тестовый мод, только не просто 0 решетка, а 0 звездочка решетка. Тестовый режим данного телефона, где можно посмотреть, включить такие вот темы. Это, наверное, лучшая камера, которая есть на этом телефоне. Может, нет. В общем, можете сделать что-то. Здесь проверить версию телефона. Так, выходим. Дальше, что у нас умеет наш телефон еще? Звездочка, решетка 0808, решетка переведет нас на настройки USB. Мы здесь можем выбрать любой USB, который хотим. После чего так, дальше у нас есть номер. Звездочка, решетка 1234, решетка, которая покажет нам версию нашей прошивки данного телефона. После чего можно посмотреть расширенную версию прошивки. Звездочка, решетка 2663, решетка. И также доступен вход в сервис мод. Звездочка, решетка 0011, решетка. Здесь мы увидим информацию про сим-карту, либо главную информацию. Basic information не увидим. Зато информацию про симку спокойно. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч.